И всем привет! У меня Александр Сачков, и сегодня я играю в игру под названием Totally Battle Simulator. Как-то странно, но я ее уже прошел. Что же сегодня будет, узнаем. Мы сегодня будем играть в Sandbox. Тут есть теперь у нас 4 мира, и это непростой ролик, который я сегодня приготовил. Сегодня мы пробуем до эпика дойти. Что же будет? Просто берем вот так вот обычных наших вот этих парней и просто наспавниваем их. Просто как хотите. Беды, беды, беды. То есть вот так вот. Тут мы тоже наспавниваем, сколько хотим там юнитов. Так, у нас 500... Так, у нас летела игра. У нас летела, то есть мы не можем столько наспавнить. Это видно. Так, вот так вот. Можно, наверное? Так, вот. Так, все. Нет, тоже вылетает. Ну ладно, давайте попробуем что-нибудь другое. Так, вот так вот. Уже до беда. Не, все равно вылетает, когда вот у нас бед уже, то у нас просто игра вылетает в начало. Это видно. Ну что ж, давайте проверим, кто победит. Chicken Man Man или Chicken Man Man. Но! Что будет, если мы туда добавим еще... Хотя ладно, давайте так проверим. На хилсе, то есть, как-то так. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, наш... не герой, а кто он там... пытается его убить. Так, давайте посмотрим, кто же победит у нас. Они как-то, как бы, одинаковые. И по силе, и по вообще, и по всему они одинаковые. Они спавнят этих курочек. Короче, я не знаю, как это сказать даже. Ладно. Я даже не знаю, что здесь происходит, но я не знаю, они дерутся или что вообще? Вообще непонятно. И кто победит, тоже непонятно, так как они давят своих же людей. Да уж. Это как-то странно. Я даже не знаю, на что это похоже. Да уж. На что это может быть похоже вообще? Так. Ну ладно, как бы... Так, в общем, как-то так. По-другому это объяснить нельзя. Так, ладно. Я не знаю даже, когда они выиграют. Видимо, никогда. Или когда, да? Не знаю, ну давайте подождем еще немного. И посмотрим, что же у нас будет дальше. Я не понимаю, они или танцуют, или... Что вообще они делают? Я не понимаю. Это понятно, что они реально не дерутся, потому что... Ну... Это уже видно, как-то. В общем, уже гора есть, и куриц, и как-то этих юнитов дофигища. У нас начала глючить игра, поэтому давайте выйдем. Сразу понятно то, что один такой и один такой не может его победить, но если мы добавим к этой стране, например, давайте арчеров, а к этой стране мушкетов, например, столько, сколько-то, и запустим нашу игру, то смотрите, что получится. Так, ну, конечно, если сейчас опять такое же будет, я уже не знаю, как это объяснить. Так, опять у нас начинается битва. Так, они начинают... Я не понимаю, что опять не так? Почему? Что они делают? Ну... Все, видимо, у них... Смотрите, они уходят куда-то. В общем, альфа-версия просто вообще самая крутая. Так. О, он пошел их давить, короче. А этот наш тоже пошел их давить. В общем, все закончится, наверное, той же битвой, которая была. Так. Кстати, кто задавал вопрос, мир какой, подлетайте сюда и смотрите. Тут такой же мир, как и в обычных картах. То есть во всех... В мирах они сделали вот такую вот карту странную. Я не знаю зачем, но видно то, что она вся вот такая вот. Давайте вернемся к нашим битвам. И, в общем, это, короче, опять ничем не закончится. Это понятно. Ладно. Теперь, что там дальше? Так. И давайте последний сэндбокс на сегодня. Это будет сэндбокс
Я даже не знаю, чего. Уже сделать сэндбокс. Давайте катапульт. Вообще, сколько катапульт... Вообще, что могут сделать? Катапульты — это один юнит, кто не знает. Что будет, если она спавнит вот такую вот... Вот столько юнитов. И баллисты. Тоже сюда. Что будет? Просто интересно. Так. Еще кто-то писал в комментариях, что будет, если... сделать, но я что-то пробовать этого не хочу. Все, мы достроили, то есть сюда как бы ничего уже сделать нельзя. Так, все, мы сделали, так, запускаем. И сразу видно то, что вот две сразу разные технологии. Так. Окей. Окей! Так. И что мы делаем дальше? В общем. Вот, они побеждают вроде наши. Хотя хрен его знает, кто побеждает. Они вроде... Да нет, вроде наши побеждают. Да, мы победили. Офигеть! Что там было? Ладно. На этом наше видео заканчивается. Ну, а с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Не забывайте добавляться ко мне ВКонтакте. Хотя зачем я это говорю? 153, 55, 44, 63. Добавляйтесь, принимаю всех. Также нажмите на этот колокольчик. Там под видео есть. Чтобы вам приходили уведомления о новых видео. В общем, как-то так. Ну и еще не забывайте про 100 лайков, и сразу выходят новые видео. Ну а с вами был я. Всем удачи и всем пока.